операцию, но я боялась и не хотела, и спрашивала, что можно сделать еще, может быть, блокаду второй раз, или есть еще какие-то средства помощи. И тогда доктор мне сделал такую вот шину, которую я надевала на ночь, потому что ночью у меня особенно рука мучила, не давала мне спать, и я ее на ночь, значит, вот так вот надевала и спала в ней. Поначалу это хорошо помогало. И если я спала в этой шине, то с утра мне хватало этой руки, наверное, до вечера. Не было таких прям болей, потому что это онемение стало в какой-то момент переходить в такие боли прям. То есть она вот поднималась и вот доходила даже вот отсюда, в локте сильно болела. И вот сон в шине помогал, да, хватало на день где-то поначалу. Перестала работать, и у меня прям усилились все эти боли, и прям стало невозможно. Но я понимала, что операция — это такое дело, что я должна выпасть из общественной жизни на какое-то время. И я себе не представляла, как я могу это позволить, потому что и работа, и дети, и младенец, и это все не, ну, непонятно, как было все совместить.